время. Час 42. Июня 2019 года антикоррупционной службой Госкомитета национальной безопасности в ходе проведенных следственно-оперативных мероприятий по противодействию легализации преступных доходов выявила устойчивую схему получения доходов от незаконной деятельности на территории Кыргызстана, организованной и руководимой иностранными гражданами с вовлечением ресурсов иностранного банка и международной платежной системы. Так, вопреки установленному в 2015 году законом Кыргызской Республики о запрете игорной деятельности, запрету на осуществление букмекерской деятельности, представители конторы в целях придания правомерного вида своим незаконным доходам, используя возможности коммерческих банков, платежных терминалов и системы международных электронных платежей, создали одну ОСО и через сеть интернет и информационно-телекоммуникационные средства принимали платежи в качестве ставок на результаты спортивных игр по всей территории страны. При этом полученные таким образом незаконные доходы выводились на расчетные счета иностранного банка и иностранной платежной системы. По результатам проведенных следственно-оперативных мероприятий в рамках досудебного производства арестованы денежные средства в размере 35,7 миллионов сомов и 31 тысяча долларов США. Кроме того, за период своей деятельности с 2016 года по настоящее время указанная компания вывела в адрес иностранных банков, находящихся за пределами Кыргызской Республики, денежные средства на сумму более 1 миллиарда сомов. В настоящее время задержанный руководитель ОСО, гражданин иностранного государства, водворен в СИЗО ГКМ Кыргызской Республики, ведется следствие.